Здравствуйте, уважаемые телезрители. В самом начале нашей концертной программы сообщу вам, что в этом году исполняется 180 лет со дня рождения композитора Мендельсона. Ну, прозвучала только что одна из фортепианных пьес цикла «Песни без слов». Ее исполнил солист Москонцерта Виктор Импольский. В сегодняшней нашей программе, кстати, принимают участие в основном солисты Москонцерта, еще одной крупной столичной концертной организации. Я представлю их вам, Виктор Импольский, уже знаком вам, Светлана Орлова, Сергей Судзиловский и единственная представительница Московской филармонии Нина Слепкова. Надеюсь, что в таком окружении вы чувствуете себя достаточно комфортно. Итак, сегодня будет звучать музыка Мендельсона. Ну, вероятно, следует сказать, что в свое время эта музыка пользовалась необыкновенной популярностью. Надеюсь, что и сегодня эта музыка достаточно хорошо известна и любима нашими телезрителями. Сейчас мы предложим вам послушать фрагмент сонаты, скрипичной сонаты в исполнении Светланы Орловой и Виктора Импольского. Ну, вероятно, здесь информацию можно дать минимальную. Написана эта соната в довольно ранние годы Мендельсоном и, может быть, несет на себе отпечаток творчества тех композиторов, кто царствовал, можно сказать, в то время на концертной эстраде. И тут и Гайден, тут и Бетховен, тут и Шуман. Но, вероятно, здесь уже видно и лицо этого композитора. Пожалуйста. Так, извините. Thank you.
Спасибо вам большое. Спасибо, Светлана.